спою на английском языке. Никогда вот для бардов не пел, для английского. Можно? Да, чувашка, поете? А я буду петь на английском. С сурдым переводом? Эту песню я написал, наверное, лет 40 назад. Ну ладно, 30 уже. When I go away from you, I'm filling my heart with you, my great love will ever die. It's called the way my heart's lying. In rest of dreams I walk alone, narrow streets of cobblestones, call the danger of the death, waiting for it. Express. When I go away from you, I feel my heart break. My great love will never die. Scald away my heart's lying. Задержались. Это было одно из самых сложных обсуждений, честно говоря. За некоторых участников, видите, подрались наши уважаемые члены жюри. Ну, это я, конечно, утрирую. Я прошу всех, кто находится в коридорах, там, на лестницах, на улицах, собраться в нашем замечательном зале. Надеюсь, места всем хватит. Подходите, подходите, не стесняйтесь. Сегодня в нашем конкурсе в очном туре приняли участие 15 человек, ну точнее сказать, где-то 15 концертных номеров у нас было. И вы сами понимаете, что это уже избранные номера, вот, это уже лучшие, это уже победители. Спасибо вам еще раз, что вы приняли участие в нашем конкурсе. Наше закрытие нашего конкурса откроет закрытие, так что интересно получилось. Авторский ансамбль «Марго», прошу. Еще раз добрый день, дорогие друзья, и мы польщены тем обстоятельствам, что были приглашены большая часть из нас в качестве членов жюри этого
конкурса. Я считаю, что такому мероприятию давно пора было быть. И думаю, что это теперь будет ежегодно. Да, Владимир Павлович? Да. Вот, ну и мы решили не отставать от этого, как сейчас модно говорить, тренда. И впервые в репертуаре нашего ансамбля появилась песня, которая посвящена морякам Северного флота. Мы будем волноваться, подглядывать. Вы не судите строго, потому что это самое первое сегодня. Правда, первая. Действительно, первая, самая первая. Вот она, «Струну жару» песня. Она называется «Нагрудный шнурок». Не только шторма, мили, недели, дожди. Все, что мне надо, ты знаешь сама. Только люби и дождись. И здесь на подлодке зови, не выручит автодозвон нехитрую формулу нашей любви. Скрывает нагрудный шнурок. Чайкам на базе не перекричать гулкий сердитый прибой. Я бы с тобою хотел засыпать и просыпаться с тобой. Все наши разлуки сегодня не в счет, все кроме любви. Ведь если дорога к тебе не ведет, она не ведет никуда. Если дорога к тебе не ведет, она не ведет никуда. Лишь автоном закончится срок, с лодки по трапу бегут. Ласковой осени жадный глоток сделаю на берегу. Есть братство морское, присяга и флот, а все остальное вода. Но если дорога домой не ведет, она не ведет никуда. А все остальное вода. Ну, если дорога домой не ведет, она не ведет никуда. Есть братство морское, присяга и флот, а все остальное вода. Ну, если дорога домой не ведет, она не ведет никуда. Если дорога домой не ведет, она не ведет никуда. Спасибо. Ну, еще одну нам разрешили спеть песню. Не в тему, но просто здесь есть люди, которые, зрители, которые не знают наших старых каких-то вещей. И мы оправдываемся. А погода соответствует. А погода соответствует, поэтому наша песня так и называется «Дождь со снегом, снег с дождем». Thank you.
настоящий водоем. У вас погода для прогулок, дождь со снегом, снег с дождем. Да ведь и ну прям по сводке, дождь со снегом, снег с дождем. И по этой, по погодке, как две лодки мы плывем. Дождь со снегом, снег с дождем, двоих и мы вдвоем. Согревает только водка, только водку мы не пьем. Согревает только водку мы не пьем. О погоде диалоги нам с тобою по душе. И зачем смотреть под ноги, ноги мокрые уже. Только водки, только струи, не походишь голышом. На какие поцелуи, как душоном, как душом. Дождь со снегом, снег с дождем, мы с тобой не пропадем. Унахмурим на волне, по слабый лучик украдем. Дождь со снегом, снег с дождем, мы с тобой не пропадем. Унахмурим на волне, по слабый лучик украдем. Унахмурим на волне, по слабый лучик украдем. Знаем, что потом ты растаешь с этим снегом, я пролью шальным дождем. Как две лодки мы плывем, и не знаем, что потом ты растаешь с этим снегом, я пролью шальным дождем. Ты растаешь с этим снегом, я пролью шальным дождем. Я бы хотел сказать еще несколько слов. Тут совершенно внезапно, неожиданно, несколько дней назад я вновь поверил в полезность социальных сетей, потому что в Фейсбуке меня нашел Миша Третьяк, бывший КАП-2 Северного флота, человек, который в свое время, в 90-е годы, создал в Североморский клуб авторской песни «Бухта Надежд». И вот мы с ним опять ВКонтакте. И это очень приятно. Вот я ему обо всем отпишу, вот об этом, потому что у человека есть очень много и своих песен на Северном флоте. Ну, сейчас он уже как раз в запасе и написал, что он работает в администрации губернатора Санкт-Петербурга,
ну, наши люди иначе не могут, понимаете, да? Вот, поэтому это лирическое отступление. А сейчас Мурманское региональное отделение общероссийского движения поддержки флота в рамках конкурса «Флотской песни с песней на борту» награждает дипломом третьей степени в номинации «Исполнитель» Виктора Кукушкина, город Мурманск. Витя, ты где? Витя сменил свитер с оранжевого на зеленый. Губаковской песни «Пять углов». Светлана Базанова, как глава клуба «Пять углов», принимает за Витю его приз. Ну, мне вообще нелегкое, потому что, ну, как выбрать из совершенно разных и в то же время одинаково хороших исполнителей, вернее, авторов. Но вот так получилось, что Иван Матрёхин получает диплом лауреата третьей степени. Иван Матрёхин, станция Лопарская, Кольский район Мурманской области. Самый известный за пределами Кольского полуострова и в его пределах тоже Саамский бард. Спасибо, Ваня, за хорошую песню. Спасибо. Ну, как вы поняли, не все так просто, все остальные места вы узнаете позже. А сейчас я на сцену приглашаю председателя Мурманского регионального отделения общероссийского движения поддержки флота. Владимир Павлович, поднимитесь, пожалуйста, и вручите. Еще раз добрый вечер. Замечательное исполнение, особенно последних двух песен. Вот. Есть куда стремиться. Вообще, такой конкурс мы проводим, общероссийское движение поддержки флота проводит впервые здесь. В Москве проводили, здесь, на Мурманской земле, впервые. Я хочу сказать, что мы проводим много разных мероприятий, особенно патриотического толка. Вот. Ну и сегодня, как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, у нас есть одна национальная идея – это патриотизм. Поэтому к этому мы и стремимся. Сейчас мы пошлем грамотами тех участников, которые понравились правлению. Вот рядом со мной член правления Валерий Петрович Осипов. Также в зале присутствуют еще два предводителя, стоит рядом. Вот. Еще один в зале. Поэтому, уважаемые друзья, мы от имени правления Всероссийского движения поддержки флота награждаю я грамотами. Михаил Иванов. За активное участие в конкурсе «Флотской песни» с песней на борту, творческий подход и интерес к песенной культуре флота. Виктор Василенко. «Флотской песни» с песней на борту, творческий подход и интерес к песенной культуре флота. Ансамбль чувашской песни «Акатуй». Активное участие в конкурсе «Флотской песни» и интерес к песенной культуре флота. Творческий подход вручается руководителю ансамбля старшему мичману Клементьеву. Была спета, значит, через две зимы у меня получилось, призывали на три, получилось 33, поэтому тут вот так у вас. Спасибо. Ну и мы решили, что будет неправильно наших победителей, то есть лауреатов и дипломантов, отпускать просто так, поэтому Иван Матрёхин, прошу на сцену. Гитары желательно.
За что вручили отчитывались? А может, что-то новенькое петь-то? Ну, может, петь любую песню. В принципе-то, да? Ну, я спою такую одну из своих любимых песен на романсах о любви. Если можно. Закружила осень сентябрем, разметала кудри золотые, души наши заблудились, видно в нем, и слова нашлись совсем простые. Здравствуй, милая моя, очарован я твоей красою, говорю об этом, не таясь, и в глазах твоих тону порою. Играет это плохо, я знаю. Нас зима накрыла декабрем, юга разметала снега бросить. Мы вдали, но все же мы вдвоем вспоминаем золотую осень. Здравствуй, милая моя, очарован я твоей красою, говорю об этом, не таясь, и в глазах твоих тону порою. Нас судьба связала сентябрем, осень золотая повенчала. Мы с тобой не ведали о том, что сердца друг друга повстречают. Здравствуй, милая моя, очарован я твоей красою, говорю об этом, не таясь, и в глазах твоих тону порою. Участников, которых не хотелось бы за что-то отметить. Поэтому сейчас мы вот, собственно, это и сделаем. Будем отмечать. Как это начать, как обычно? Мурманская региональная. Не-не-не, давайте вкратце. Дипломом участника награждается Анна Медведева за вокальное мастерство. Участника с пометкой жюри за исполнительское мастерство награждается Михаил Иванов. Сначала зачитайте. Дипломом участника награждается самый перспективный ансамбль, вокальный ансамбль Североморского кадетского корпуса «Морская душа», руководитель Анна Медведева.
Дипломом участника награждается Татьяна Боброва за артистизм исполнения. Дипломом приз зрительских симпатий награждается вокальный ансамбль чувашской песни «Акатуй», руководитель Петр Клементьев. Не уходите, потому что, я так понимаю, приз зрительских симпатий будет тяжелее. Туда, туда. В зал, все в зал. Вот такой у нас приз зрительских симпатий. Замечательная группа. Эти песни просто сегодня я не смог бы исполнить, поэтому я сегодня для вас, да, и вообще, то, что меня связывает с армией и военно-морским флотом, это то, что я получал, была военная кафедра, получал лейтенантские погоны около Чуваши, между прочим, там где-то, вот. И потом 2 года служил в качестве уже офицера. Это, поэтому сейчас я вам просто одну вещь сыграю. Я ее написал специально на свой юбилей, который у меня был вчера.
остается. Вы знаете, все-таки я в своем репертуаре нашел одну песню, которая связана с морем. Ну, не совсем связана. Вот так, слегка связана. Песня называется «Незнакомка». Вот. И только ради... Сейчас я ее вспомню. Для вас, но для этого я сяду, понимаете? Потому что... Да-да-да, спасибо. Спасибо, я уже сам. Песня написана на слова миссис Хабарова. Все вы барды, знаете, только Юрий Хабаров, прекрасный музыкальный бард. Мы написали слова совместно, а музыку написал я без Хабарова. Спасибо. Александр, мы не прочитаем? Да. У нас с вами ответственный
теперь, как вы уже поняли, мы будем награждать следующую ступень наших победителей. Дорогие друзья, диплом второй степени награждается дуэт Анна Медведева, Михаил Иванович. Номинация «Исполнитель». Приз, к сожалению, один, придется делить. И еще один диплом. Диплом лауреата второй степени награждается Виктор Василенко. Номинация «Автор». Нашего и любимого Северного флота. К сожалению, должен был присутствовать на нашем конкурсе заместитель командующего Северным флотом Анатолий Минаков. Его не будет, и эту тяжелую ношу выполню я. Грамотой награждается клуб авторской песни «Пять углов» Мурманского областного дворца культуры и народного творчества имени Кирова за участие в конкурсе флотской песни с песней на борту и активное пополнение песенного фонда в Северном флоте. Награждается капитан третьего ранга запаса Хачатурян Гарри Ливонович за активное участие в конкурсе флотской песни и преданность флотским традициям. Северного флота награждается вокальный ансамбль Североморского кадетского корпуса «Морская душа» руководителя Анна Медведева за участие в конкурсе флотской песни и победу в номинации «Надежда Северного флота». Ну а теперь, я надеюсь, Виктор Василенко, вы споете для нас? Прощение заранее, мне сейчас голос не сядет. Я спою песню, которая недавно совсем, буквально на прошлой неделе, была представлена в городе Нью-Йорк, написана она тоже недавно. В общем, вы вторые слушатели массовые, которые будут ее слушать. Микрофон в гитаре. «Авиаколыбельная». Да не надо. Я играю не так хорошо. Очень хорошо играет. Открутилась карусель между небом и землей. И свинцовая метель улеглась, пришел покой. Остывают небеса. Раскаленные огнем затихают голоса вместе с уходящим днем. Завалившись на крыло, солнце падает с небес. Сбито вечером оно и пикирует за лес. Дымным шлейфом облака
укрывают край земли, взрывом полыхнет закат, вот и все. Спокойно спи. Скоро звездной чередой купол неба ночь пробьет, и над сонною землей вдаль на бреющем уйдет. Трассерами светляки срикошетят от камней и раскинут у реки цепь посадочных огней. Завалившись на крыло, солнце падает с небес, сбито вечером оно и пикирует за лес. Дымным шлейфом облака укрывают край земли, взрывом полыхнет закат, вот и все. Спокойно спи. Тех, кто падает в огне, ангел держит на руках. Догоревший на земле остается в облаках. Получивший два крыла не покинет этот мир. Драка славная была. Спокойно, командир. Браво! Завалившись на крыло, солнце падает с небес, сбито вечером оно и пикирует за лес. Дымным шлейфом облака укрывают край земли, взрывом полыхнет закат, вот и все. Завалившись на крыло, солнце падает с небес, сбито вечером оно и пикирует за лес. Дымным шлейфом облака укрывают край земли, взрывом полыхнет закат, вот и все. Спокойно спи. Вашего позволения, я тоже немножечко вам спою. Дмитрий Зверев, гитара. Добрый день. 4-5. Молодец, умеет читать. Написал, сам на память выучил. Край света видим мы из своего окна. Здесь начинается великая страна. От самой крайней нулевой версты, а мачты кораблей — поклонные кресты. Российский север, дивная страна, край света виден прямо из окна. А там за краем Баренцево море, кипящая соленая волна. На рейде Кольского залива огоньки, и окна им североморские близки. Полярной ночью и полярным днем морем дышим, флотом мы живем. Российский север, дивная страна, край света виден прямо из окна. А там за краем Баренцево море, кипящая соленая волна. Североморский рейд, причалы, корабли,
И городок на самом краешке земли своим мальчишкам вслед махнет рукой. Мы те, кто в море, и неведом нам покой. Российский север, дивная страна, край света виден прямо из окна. А там за краем Баренцева море кипящая соленая волна. А там за краем Баренцева море кипящая соленая волна. Автор народ. Исполняет народ. Не для тебя придет весна, не для тебя Дон разольется. Сердце девичье забьется с восторгом чувств не для тебя, не для тебя цветут сады, вдали не роща зацветает, там соловей весну встречает, он будет не для тебя, не для тебя журчат ручьи, звенят алмазными струями. Там дева с черными бровями, она растет не для тебя. Членов жюри. Владимир Павлович, вас дирекцию конкурса. Да, да. Наступила эта важная минута. Я даже не знаю, кому дать грамоту читать. Буду читать сама. Чтобы не обидно никому было. Дипломом первой степени в номинации «Исполнитель» награждается Владимир Левчук. Thank you.
лауреата первой степени в номинации «Автор». Ну, кто бы это мог быть? Владимир Полянцев. Стихи Вячеслав Наталин, Виктор Василенко. Так что вы диплом как-то там между собой поделите. Ваш приз? Там по перфорации на три части. Ну, Серакс есть. Спасибо. Ну, теперь мы пригласим наших победителей на сцену, пожалуйста. Победители на сцену с победными песнями. Все свободны. Я прошу участников все же пока не расходиться. Продолжаю тему патриотизма, чтобы не повторяться. Еще одна песня Александра Карелина. Самолет зажигает огни бортовые, под крылом проплывают родные просторы. До свидания, Россия, тебе не впервые отправлять на войну сыновей своих в горы. От духмяной весны захмелеет кукушка, кто-то снова в толпе слово доброе скажет. Посмотри же, браток, это чья там старушка? Да ведь это ж Россия платочком нам машет. До свидания, Россия, мы скоро вернемся. Пусть не все, но живые всю правду расскажут. Мы раскатистым эхом в горах отзовемся. А погибшим в Москве монументы закажут. Как когда-то афганцев в эфире свободном нас друг станут ругать, но нельзя нам иначе. Посмотри же, браток, видишь женщину в черном? Да ведь это ж Россия над павшими плачет. Загружают мукой грузовые отсеки, и опять самолет с целевым назначением улетает в страну, где хрустальные реки. Что бойцов накормить залежалым печеньем? На мешках заполярный моздок пишут мелом. В них не просто мука, в них сама Божья милость. Посмотри же, браток, видишь девушку в белом? Да ведь это ж Россия для нас нарядилась. Ты только жди нас, Россия, к тебе мы вернемся, приедем. Чуть согнувшись под тяжестью сломанных судеб, на вопросы, что нам зададут, мы ответим. И глаза свои прятать при этом не будем. То, что сделали мы, знаем все не напрасно. Но то, что видели здесь, не должно повториться. Посмотри же, браток, видишь девочку в красном? Да ведь это ж Россия, нашей крови стыдится.
ж Россия. Да ведь это ж Россия. Спасибо. Сергея Каплана. И безнадежно спокоен старолей, с гривенник дырочка возле виска, пухче дрожащий в пушке на щеках. Девочка свесила косы над ним, он ей на миг показался живым. Девочка с косами, мама моя, мама, мне жаль тебя, я не живой. Кружится пух над твоей головой, я не вернулся навечно всерьез. Ты посидела до кончиков кос. Как тяжелы военные сны, я просыпаюсь в июле без войны. Я просыпаюсь, я тоже старей, медленно кружит пух тополей. Дочка моя видит легкие сны, так же, как мама за час до войны. Конкурса. Внимание, барабанная дробь. Первого я зачитаю, с вашего позволения. Поскольку еще раз объясняю, что все участники, которые сегодня выступали, были заявлены заранее, прослушаны, просмотрены, прочитаны, естественно, сюда попали отборные. Поэтому просто так сюда никто не попал, вы же понимаете. Сейчас мы наградим человека, которого среди нас нет. Это Роман Гребенюк, автор из города Луганска. Заявился к нам такой человек, Роман Гребенюк. Мы очень благодарны, что даже оттуда, из таких мест, где неспокойно, он все-таки подумал о Северном флоте. Спасибо ему большое. Да, диплом дирекции и оргкомитета конкурса. Пожалуйста. И спецприз. Кстати говоря, надо отметить, что спецприз — это студийная запись песни, участие в альбоме с песней «На борту». Награждается Александр Пазанов. Спецприз.
доктор Тихонов. Друзья, у нас сегодня имя Владимир в тренде, вот, оно в стране у нас давно в тренде, поэтому сегодня два победителя, так получилось, вот, жюри единогласно, два Владимира. Остальные у нас номинанты, замечательные люди, замечательные песни, конкурс, считаем, что состоялся, и более того, пока мы тут соревновались, точнее не мы, участники, нас уже пригласили в город Североморск, столицу Северного флота. 6 марта состоится мероприятие в библиотеке, в центральной библиотеке, поэтому мы всех приглашаем, участников, там провести это мероприятие. У наших участников начинаются гастроли. Да, уже присутствуют там будут военнослужащие Северного флота, которые вас ждут с вашими песнями. Ансамбль «Марго», как и обещали, потребую организатора конкурса. Приятного прослушивания. Заявки принимаются, это заявка принимается. Куда же без него? Хорошо, это будет второй песня. Сначала мы споем вам песню на стихи исламского поэта Аскольда Бажанова «Тулома». И детство в дежурке пути,
детство по тяжелке пути зовет к себе издалека, и зовет к себе издалека. Расколдованные тени возвращаются.
сократи хоть на мгновенье нашу молодость, проспект выпускников. На проспект выпускников столько улочек выходит, там где первая любовь заблудившаяся бродит. Там из юношеских снов расколдованные тени. Возврати хоть на мгновенье нашу молодость, проспект выпускников. Из классики авторской песни «Московская цыганочка». Я в апрель ухожу.